главная тема этого праздника – это 110-летие нашего прославленного поэта, писателя Александра Яковлевича Яшина. Но, наверное, это больше, чем праздник, посвященный юбилею писателя. Это, в первую очередь, конечно же, День деревни. День, когда люди собираются все вместе, и те, кто здесь живет, и те, кто когда-то здесь родился. Это все говорит о том, что русские традиции, они сохраняются. Сельские традиции – это настоящие русские народные традиции. Без этих традиций невозможно сегодня сохранить ту культуру, те традиции, на которых основывается, собственно говоря, вся наша жизнь, вся наша история, все наше сегодняшнее и все наше завтрашнее, все наше будущее.